четверг, 10 июня 2021 года. Приемник Meyer MU03. АМ-диапазон. То бишь КВ. Поехали. Первый диапазон. Посов. Времени посмотрел, сколько сейчас. Комары жрут, сука. Так, это что у нас какой? Второй. Третий. Ай, комары жрут. Четвертый диапазон. Мне надо выйти. На солнышко их там нету. Давайте-ка сюда. Это четвертый, да? Пятый. По-моему, шестой уже. Ну, китайцы, мы всегда хорошо войти. Они никуда не уходили, по-моему, больше стало. Что-то высвободились некоторые. Так, это что? Седьмой был от нас, да? Какой там? Кстати, что-то в этом году, да, в прошлом не было корейцев. Северных. Видимо, совсем все похуй с электричеством. Ну, что? Ладно. Я可以做这软的一般手来来给船瓦的给。
Американцы, кстати, тоже на творог вещают иногда. Ну, американцев я в городе ловил. Кстати, это район Симаков, грубо говоря, деревня. Пригород. Деревня Симаки. Ну, последний диапазон. Однажды я поймал китайцев с таким охрененным качеством звука. Как такое, как будто, знаете, отдаление слышу во всем. С говенным микрофоном у диктора. Ну и FM-то здесь что? Только что ловила в домике. Воду станции сейчас не ловит. Ну как-то так. Вот такая вот у нас фигня. Да. Вот оно, магия DSP. Ладно, пойдем дальше разгребать вот этот пиздец. Ну вот оно, КВ жив. Немцы, французы, американцы, украинцы бывают, попадаются. У нас, сука, где русские? Ни одной русскоязычной станции я не слышу. Нет, Китай есть, международное радио Китая. Ну, это такое себе, конечно. Ну, кому интересно, моя MU-03. Прикольно, кстати, приемничек еще его. MP3 читает, я, кстати, помню, не из MP3. Это из-за этого. Конечно, диапазон. Я думал, было говенно ловить, но ладно, не обидно. Вот это вот бонусом. Ну, а сами вы слышали, как он ловит. Бывает и лучше. На это все. Всем удачи, всем пока.